этом прекрасном зале. Сегодня вы присутствуете на главном празднике у двух влюбленных. Они молоды, они полны планов и надежд, их жизнь только начинается. Но это волшебное чувство, которое может совершать чудеса, уже живет в их сердцах. Любовь выбрала их из тысячи, поняв и увидев, что только у них будут загораться глаза и стучать сердца с удвоенной скоростью, когда они будут видеть друг друга. Дорогие друзья, сегодня очень красивый, трогательный день у наших главных героев, и они очень хотят, чтобы вы их поддерживали. Они надеются на вашу поддержку, потому что на этом празднике вы самые главные, самые любимые люди для наших молодых. Я прошу вас, приготовьте, пожалуйста, ладоши, потому что вы будете сегодня пользоваться ими очень часто для того, чтобы поддерживать наших молодых и вселять в них веру, надежду, любовь и оптимизм, что сегодня и сегодняшнего дня все у них будет просто великолепно. Вы готовы, друзья? Я не слышу, вы готовы? Каждая девочка,